И мы опять в энтропии. В общем, сегодня утречком я ходил немножко, так сказать, пошалить на керберочков. И ходил всего на 15 пьет. Заходик был. Я хотел опробовать новую пышечку. Это мы отложим. И, в общем, вот чем это все кончилось. Как видите, я выбил просто выбил миник, то есть вот это масло и вот эти патрончики, то есть на 50 с лишним пет. Так, значит, а что сейчас будет? Сейчас будет одна веселуха у нас, потому что вчера начался один такой ивентик. Вот мы сейчас переводим шрафт на 15 пет, вложим все барахло в склад пока что, потом будем смотреть, что с ним делать. Это сюда, это сюда. И, в общем, я решил поучаствовать, вот как видите, у меня новая пушка, и попробовать эту пушечку. Сейчас я ее покажу. Это пушка за Daily Token. Вот она. Вот. Как видите, ну, на нее опять нацеплен, значит, этот, как его, усилок. У нее 65% эффективности. Она использует за выстрел 16 пек. И у нее демейдж 31,6%. 63, когда я про максю, будет 34,5-69. Все остальное про максина, кроме атак в минуту 53 из 54, и чуток дымеч отстает, но это, по-моему, не страшно. И, в общем, попробуем сейчас поучаствовать в этой интереснейшей, так сказать, заварушки. Вот такой усилок у меня. Как видите, 23 демеджа добавляет. Ну, в общем, пошли. Этот, я сейчас нахожусь в этом, в Кейп Коринх. И эвент этот, это супер снаркс ноты. В общем, в чем загвоздка? Они шародные. Они не очень-то какие-то там крутые. И, допустим, если вы... О, тут все... Ну, тут, короче, все мочат. В общем, если вы новичок и имеешь друзей, ты свободно сюда можешь приходить, допустим, с барбареллами или чем-то похожим, и их бить. Они не особо сильные. Ну, вот сейчас сами все увидите. Вот, видите, какие. Ну, мне это, конечно, не вообще там херня. Но соберитесь втроем. Там вчетвером, не знаю. И можете свободно тусить. Так как они шарадные, вам не нужна пати. Вы можете хоть 30 человек собрать, если хотите. Вам не нужен пати. Ну и вот сейчас будем месить. Видите, и 7-й левель, и 9-й левель, какой только хочешь. И тут вот бегают люди, конечно же. Ну, а мне ради интересу просто. Я на 35 пошел. Точнее, не на 35, а сейчас посмотрю. Иди сюда. Ну вот, 18 пет, и еще у нас 8 пет осталось. Всего было, как говорил, 30, ну, по-моему, 30 или 35 пет.
Ну и попробую я их помочить, как говорится. Не знаю, что с этого выйдет. Эффективность видели какая? 65%. Может, я зря сюда пошел, не знаю. Но я так решил попробовать и показать вам возможность. Вы можете, говорю, о блин, это что такое? Не понял. Что-то меня дернул. Что-то было такое. Что-то я не врубился. Вот такое у нас сегодня будет занятие. Как видите, издалека они... А, именно, наверное, это 10-й стук. Издалека можете свободно стрелять. Я уже про этих снарксмотов вам столько показывал. Только это другие. Это типа супер снарксмот. А и вон тот недобитый. Как он меня убил, я не понял. И запомните одну вещь. Это, как говорил эти, шародные. То есть, допустим, вы умерли, да? Кто-то прибежал, убил. Вы все равно что-то получите. Потому что они распределяются по всем, кто их убил. Не так, как в другом случае, если бы был простой моб, вы бы потеряли удар. А тут, если видите, что вам не везет, можете уйти, потом получить... О, 16 даже есть. Давайте попробуем это замучить. Получится или нет? Вот это смертнотик. Эй-эй-эй, успокойся. Ну, вот такой веселый парень, да? Так, сейчас мы его пометим. Сейчас подлечимся и побежим. Добьем его. Ну, допустим, если вы новички, может, на таких не надо нарваться. Но там 7-8, по-моему, вы свободно потянете. 7 так точно, я на 7 с Барбареллой соло ходил. Ну, конечно, было трудно, но я соло ходил. Запомните. Соло, это вам не шуточки. Блин, да еще этот припёс. Да нахуй. Из-за этого Ерию. Сейчас его, по-моему, кто-то убьет, потому что он к кому-то побежал. Да, он его убили. Вот, видите? Его добивает кто-то. Если вам засильный, и вы все равно по своему нанесенному дамагу получаете.
как видите, тут полно людей. Так что можете хоть кому-то на хвоста садиться и дубасить их. Так. 9-9. Ну, оп, давайте этих побьем. Патроны уже почти кончились. Да, конечно, удача не очень. Ну, есть как есть, попробовали. Тут, конечно, надо сидеть долго. Я просто решил просто попробовать. Вот видите сами все. Я примерно трачу на него 5. Убить, ну, не всегда, но примерно 7 выстрелов по 15 пек. Пока что даже миники не прилетают, потому что, видимо, новый, как говорится, ивент не прикормлен еще, во-первых. Ну, вот 10-й. Перевожу шрапнель 9-5 и буду стрелять до конца. Пока не останется шрапнельки. Так. Я продался сегодня на 105, и поэтому купил, вот как говорил Слог, за 17 пет, и купил там патронов, потом это самое, на майн потом пойду, ну, в общем, вот так. Сейчас закончим с этим всем. Да, пока что грустно. Но, как говорил, я хотел попробовать, но мне эти 35 не жалко.
Ну вот и все. Так, у нас минус. Так, 2 педа и 9 пед, 11 пед. Так что у нас минусик с вами 20 пед почти, 19. Я, как и говорил, считать не хочу сейчас. Просто не веду подсчет на данный момент. Мне это сейчас совсем не интересно. Прилетел, да. Это у нас кто? Блин, 16. 16-м не будет. Мне патронов на него не хватит. Ну, вот такая у нас была охота. Сейчас по новой проверимся. Потому что еще одного убили, а он нам миник выкинул. Так. Значит, патрончиков у нас осталось на 5,60, да? И что тут нам накидало с них? 12,38, 5,50. Ну, грубо считать будем 15 пед, да? Ну, вот 50% получили назад. Ну, дальше посмотрим. Может, еще поучаствуем. Я вам показал новый ивент, новую пушку. Вы были на канале Некромасса. Мы были в игре Энтропия, Universe. А теперь пока-пока. До новых встреч. Встретимся.